Избирательные участки 16 июня начнут свою работу по подготовке к общероссийскому голосованию. С особенностями процедуры председателей и членов участковых избирательных комиссий накануне ознакомили на семинаре-совещании в территориальной избирательной комиссии. Обсудили вопросы, как подавать, какой режим работы участковых комиссий будет в эти периоды 16 по 21 июня. А с 25 июня по 30 июня можно будет проголосовать на своем участке для голосования. Ну и 1 июля обсудили тоже голосование, как будет проходить на участке для голосования. Очень важной темой сегодняшнего совещания – это, конечно, обеспечение безопасности наших участников голосования, в том числе и членов наших участковых избирательных комиссий. Все члены участковых избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, перчатками, одноразовыми халатами. Всего в городе будут открыты 9 избирательных участков для голосования. Они находятся в 1, 6, 7 школах, в школе искусств, в спортивных школах «Арктика» и «Олимп», а также в детской библиотеке, во Дворце культуры «Нефтяник» и Центре спорта и творчества «Ямал». Информацию о том, какой участок относится к тому или иному микрорайону, можно посмотреть на сайте территориальной избирательной комиссии и ГТРК «Вектор». Основная задача участковой избирательной комиссии – это организация избирательной кампании непосредственно на избирательном участке, это информирование избирателей о дне общероссийского голосования, порядке проведения общероссийского голосования, а также проведение досрочного голосования, ну и непосредственно работа в день общероссийского голосования. Напомним, в участковой избирательной комиссии можно уточнить, есть ли ваша фамилия в списке голосующих, подать заявление, если с 25 июня по 1 июля вы будете находиться за пределами Губкинского, а также, если вы приняли решение голосовать на дому. Прийти в участковую избирательную комиссию можно с 16 июня, с 8:30 утра до 7 часов вечера. Подать заявление на открепление от своего участка можно до 14 часов 21 июня. Технология «Мобильный избиратель» – это возможность проголосовать участнику голосования вне места своего жительства с 5 июня по 21 июня включительно. В территориальных избирательных комиссиях, хочу отметить, что в любых территориальных избирательных комиссиях, в любых МФЦ можно подать такое заявление. Подключены сюда госуслуги. Решение о голосовании на дому можно принять вплоть до 1 июля. Оповестить о нем можно через сайт госуслуг, а также по телефонам горячей линии территориальной избирательной комиссии 3-98-50-3-52-70 в рабочее время с 9 до 17 часов. Анастасия Дудко, Михаил Марков, новости Губкинского.